А теперь о приближающемся тайфуне. Сильный тайфун 8-й категории в настоящий момент покидает юго-запад Японии и смещается в северо в северо-восточном направлении со скоростью 40 км в час, попутно набирая силу. Давление в центре 970 гектопаскалей. Скорость ветра в прилежащей зоне приближается к 40 метрам в секунду и достигает максимальных 55 метров в секунду. Этим утром на Окинаве с проливным дождем выпали в некоторых местах более 350 мм осадков. На севере и юго-западной части Японии дождя пока нет, хотя предсказывают, что сильные ветра могут принести с собой ливень, который провести отметку в 200 мм в час. Пожалуйста, убедитесь, что вы подготовились к такому развитию ситуации. Могут пострадать дороги и общественный транспорт. Смотрите, смотрите. Эй, кто-то дерется? Азума-кун и Сайджо-кун. О, вон они! Чем вы тут занимаетесь? Где учителя? Как это тебе плевать? Да плевать, я хотел на бейсбол. Перестань, Сайджо. Ах ты мелкий. Ну-ну, прекратите драку. А ну вернись. Ну и сцену ты устроил. Повернись сюда. Вот, готово. Вы ведь раньше дружили. Чего подрались-то? Ладно, понял. Поговорим об этом, когда успокоишься, ладно? Азума, прошу прощения. Говорят, время все лечит, а я вот думаю... Эти двое или будут дружить всю жизнь, или слова друг другу больше не скажут. Азума! Ты правда уходишь? Ага. Я уже решил. Правда? Если бросишь любимое занятие, потом пожалеешь. Азума! Тайфун 8-й категории набрал скорость и силу. Теперь мы в зоне бури? Что? Впервые об этом слышу! Ого, ну и ливень! Сайджо, ты в норме? Промок до нитки, как тайфун. Судя по всему, мы теперь в зоне бури. Что происходит? А, с возвращением. Эй! Нужно еще кое-что подготовить. Такими темпами завтра дома будем сидеть. Но мы все равно остаемся! Отвали. Слушай, ты... Эй, опять драться будете? Сайджо, оставь его в покое. Слышал? Не убегай, Азума! Оставь меня в покое! Что? Что происходит? Не включается. Кажется, где-то тут были фонарики. Ребята, вы как? Сенсей! Сенсей! Успокойтесь. Подойдите сюда. На остров пришло сообщение с рекомендацией эвакуироваться. Ветер слишком сильный для езды на машине. Из соображений безопасности мы переждем тайфун в школе. Мне нужно домой, я маме переживаю. Давайте все успокоимся. А!
Азума! Не подходи! Надо кого-нибудь позвать! Стой! Так вот. Прости. Как твои раны? Обо мне не переживай. Эй, не двигайся. Вот они. Что с нами будет? Буря пройдет. Я знаю, но... Я уже в порядке. Это хорошо. Гулять по школе ночью довольно волнующе, да? Эй, чувак, ты шуток не понимаешь. Ладно, потащите коробки. Все нормально, я их уберу. Спасибо. Азума? Держись! Не вышло. Уже подключено.
Держи. Ешь. Это твое? Что ты делала на той башне? Меня отправили сюда для трансформации планеты. Что? Это дыра земной вихрь. Она направляется к центру планеты. Я открыла дыру с помощью этого. Ты? Да. Я. Когда я соединюсь с вихрем Земли и вихрем Небес, эта планета переродится. Вихрь Небес? В каком смысле переродиться? Мной управляет этот ошейник. Когда взойдет солнце, я должна буду стать столпом. Теперь этого не изменить. Беги отсюда. Как можно дальше. Но тогда ты... Было очень вкусно. Спасибо. Долго еще так будет? Даже свет не включается. У тебя классный бросок! Вступай в мою команду! Правда? А можно? Я хочу играть! Вау, круто! У нас завтра тренировка! Приходи! Да! Сайджо! Смотри! Сайджо! Есть минутка! Чего тебе? Ты же сказал оставить тебя в покое! Прости за это! Это важный разговор! Думаешь, я тебе поверю? Это правда. Этот тайфун странный, тебе не кажется? Если ничего не сделать, она... И это твой важный разговор! Бред. Сайджо, похоже, случится что-то плохое. Может, хватит уже? Сайджо... Хватит! Тебе пора бежать! Если останешься, то пострадаешь! Я хочу сделать все, что могу! Исчезла. Что такое с небом? Не надо! Азума!
Не подходи! Что ты такое говоришь? Надо уходить! Нет, убегай скорее! Азума! Ты в порядке? Что ты здесь делаешь? Ну, я... Что происходит? Это старый спортзал. Эй, Азума! Азума, вернись! Пусти! Не ходи туда! Это слишком опасно! Пусти, я хочу спасти ее! Почему ты всегда делаешь все в одиночку? Ты не понимаешь, каково мне! Я хочу понять. Я хочу знать, что ты чувствуешь. Азума, прости за тот раз. Я думал, ты от меня сбегаешь. Наверное, так и было. Меня бесило, что я всегда шла за тобой. Я чувствовал себя отвратно и ничего не мог поделать. Но я больше не стану убегать. Я хочу ее спасти. Сайджо, поможешь мне? Я же всегда был заодно с тобой, разве нет? Она сказала, что тайфун — это вихрь небес. И когда она станет столбом, соединяющим вихрь Земли, что тогда? Нельзя этого допустить. Что за чертовщина творится? Не знаю. Что нам делать? Ей управляет этот ошейник. Азума, осторожно! Спокойно. За дело. Раз, два. Не сдавайся! Азума!
Держись! Это твое. Спасибо. Как круто! Из чего он сделан? Эй, перестань. Ладно тебе. Это опасная вещь. Уж кто бы говорил. Берегите себя. Прощайте. Как тебя зовут? Норуда. Норуда.